Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения 7.4 мили. Координаты эпицентра NB058680. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью.